Юбилейную дату отметили сотрудники детского сада номер 34 «Рябинушка». Уже 40 лет самых маленьких доверяют здесь вторым мамам, коллективу единственного в микрорайоне Бахчеванджи детского сада, который в этот день подготовил развлекательную программу для всех гостей. Выразили признательность и пожелали успехов в работе почетные гости. Вы в мир выпускаете наших детей. Именно у вас, у первых, они открывают для себя многие вещи. И друзей, и познание мира, помимо того, что можно дать в семье. В семье, конечно, понятно, тепло, заботу и так далее. А вот действительно научить жизни, научить общение в коллективе – это вы. Самая высокая оценка, которая дается, это, конечно, оценка родителей. Очень много обращений и в наш адрес, и в администрацию о той хорошей работе, той качественной работе, которую проделываете вы. Мы действительно желаем детям добра. К сожалению, иногда это идет в ущерб нашим собственным детям. Вот я вам хочу всем пожелать, чтобы вот частичка души, частичка любви всегда доставалось еще вашим близким, родным, кто рядом с вами. Дружба и обмен опытом осуществляются здесь не только между детьми и воспитателями, но и среди других детских садов. Их сотрудники тоже пришли поздравить коллег. В самом же дошкольном учреждении долгие годы работает почти несменный коллектив, но также появляются и готовятся новые молодые кадры. Наталья Воробьева проработала в саду почти все 40 лет. Сейчас она не только воспитатель, но и руководитель кружка экологии. Открытая детям и всему новому, она обучилась современным технологиям и использует их для развития малышей. Помимо экспериментальной метеоплощадки, главным помощником она считает интерактивную доску. У меня в единственной группе интерактивная доска висит. С одной стороны, гаджеты как бы я не очень приветствую, с другой стороны, вот такие технические новшества очень помогают. Детский сад не раз участвовал в городских, районных и областных конкурсах. Одержав победу 2 года назад в одном из них, «Рябинушка» гордо получил статус инновационной площадки Московской области. Единственный детский сад и единственная школа в поселке Бахчеванджи диктуют свои условия и отношения к работе. Почти каждый коренной житель был воспитанником этих заведений. Это поддерживает в боевом духе самих воспитателей, а каждому выпускнику здесь по-прежнему рады. Близость территории позволяет дружить нашим двум учреждениям. Потому что наши дети идут в школу, и мы очень часто проводим совместные мероприятия, которые объединяют и детский сад, и школу, как единую образовательную систему. Сейчас в детском саду номер 34 насчитывается 300 детей и 60 сотрудников. Малыши посещают 6 разных кружков – от логопедии и экологии до подготовки к школе. Неравнодушный к своей работе, коллектив мечтает создать и кружок для технического творчества. Сами педагоги ежегодно проходят курсы повышения квалификации. Главное, считают они, развитие, любовь и дисциплина. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».